Они за рыбу готовы задницу разорвать их на этой. А нам с оператором отсюда все хорошо видно, правда же? Да? Ну. Мы сапоги-то не взяли. Ну, а мы в сланцах. Вот это убрать из кадра. Смотри, куда мне сдвинуть ее. Бери. Включено? Красная кнопочка горит? Она горит уже полчаса. Все, мотор? Да, ты собрался. Да. Так, мы находимся в Заполярье, на Терском берегу, третий день. Дорога, как обычно, через Медвежьегорск, Умба, гостиница Индель и дальше красивая тайга с ее просторами и крупной рыбой. Ловят здесь обычно хариус, окунь, щука. Вчера мы опробовали приманки Ратлин фирмы Герман. Почему-то с легкой руки маркетологов стали называть подобные приманки нынче вибами. Но дело не в этом. То есть мы ловили, ну, вяло окунь поклевал. И решили еще соседнее зерцо прихватить. Из хода одна крупная щука под 5 килограмм. Вот, вот такую приманку силиконовую. И мы решили сегодня четко ловить только на это, потому что крупная щука убирает крупную приманку. Вместо некоторых остались пустые коробочки уже, которые щука срезала, оценила. Но тут кое-что у нас еще осталось. Самое главное, у них хорошая антикризисная цена. То есть, обрывая такую приманку, не получаешь шрам на сердце. И не нужно бежать за таблетками, чтобы вылечить эту печаль. То есть, я правильно понимаю, больше жаль трофея, чем... Не, ну, когда она стоит там за 1000 рублей с лишним, то уже не столько за трофей переживаешь, сколько за приманку. Да это многие с этим знакомы. Но цена должна быть нормально приемлемой между качеством и возможность на них ловить. Потому что от любимого дела мы никогда не откажемся. Ловили, будем ловить. Ну, просто будем выбирать другие, более доступные, более демократические цены. И меня стукнула. Она подо мной. Ну что, ты ловишь? Вот такой вот. Это, наверное, по здешним аналогиям малек хариуса, скорее всего. На изята не похоже, хариус здесь. Причем, когда жор активный, хариус на это тоже клюет. Сколько года? 4 назад ловили. На них были пойманы самые крупные. Я просто на эти приманки летом ловил. Судак, окунь на спиннинг. Зимой окунь на платниках форель. Тут решили прям четко по щуке и крупному окуню. И у нас, я считаю, что получилась такая рыбалка. Перед отъездом напоследок местным ребятам отдадим. Потому что тема рабочая, хорошая. Я считаю, что подобное должно быть в коробке каждого рыбака. Потому что иногда не берет на традиционные балансиры, блесны. А вот это работает. Игра простая. Подергивание, покачивание, постукивание по дну. И потом так резкий удар. Единственное, что нам не повезло, это с погодой. Ну, как обычно бывает. Что ночью был мороз минус 25, а потом оттепель, два дня снег. И рыба берет вяло. То есть, в первую очередь, предпочитает мелкие приманки. Ну, сегодня, надеюсь, мы себя покажем. Теперь крупняком это поснимай сверху. И попробую, как так, ты говоришь. Ну-ка. И попробуй. Так, и он начал пробовать. Прям такая живая съемка. Так, извини, только помещаются только ноги твои. О, чего, сейчас водичку. Опа. Взял? Так, вижу. Ух.
Адреналин-то пошел прям. Опа, 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 давай, 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 давай. Опа, опа, ну, вот это он. Поболее будет. Ну, понятно. Че, будем мериться рыбой? Ну, самое, так. Мы же взрослые люди. Ну-ка, космотр на стол. Ну-ка, эч. Нет, такой же. Так, нет, это мы не снимаем. Это мы не снимаем. Нет, это мы не снимаем. У нас нет задачи. Жень, сделай мужественное лицо. Вот день брови, да. Ты же рыбак. Пошел, 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 пошел. Так, процесс пошел. Так. Медленно опускается, опускается, опускается. Медленно опускаем. Подожди, сейчас кивочку увеличим. Приблизим. Ну, Женя. Успел приблизить-то, нет? Женя. Я не могу так под такой скоростью все это делать. Может, бородки от нее отпилить? Ну, ладно. Настоящий камчедал, бородки спилят у крючков. И дубасит мешками рыбу. Так, я отдельно сейчас. Вон туда, вон туда. Я сейчас буду отдельную кучку делать. Так. Так, насчет подожди. На счет? Три. Опускай. Три. И? Так, Герман, лови. Оп. Так, говорил? Что-то мне тут кивочек вылетел. Избытка чувств. Ты быстрее вставляй кивочек, потому что уже клюет. Стал я обескивоченный. Опа. Опа. Ух ты, сошел. Кивочек улетел. Ну что ты? Кивочек улетел. Ну, сейчас без кивочка буду ловить. А он прям в руку чувствует. Дуб-дуб куда. Ты конечно в руку. Я пытаюсь там кивочек этот поставить. А он там уже сидит. Опа. Сейчас. Так, стал нормально тебе? Стал хорошо. Здесь, вот, конечно. Вот он, смотри. Тунс. 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 Как привязанный. Все-таки хочу кивочек приблизить. О, вот так. О, во. Так, не шевели. Сам. Пускай. Дай рыбе, блин. Ну что, не успел. Ты? Не успел. Так, как ну, отцу написано. Ну, подожди, и сколько это может продолжаться? Значит, так устроен мир. Да. Мой. Я давно езжу на рыбалку. Заметил одну особенность. Что вот любимым делом можно заниматься бесконечно долго, когда тебе комфортно. Когда у тебя вокруг тебя хорошие товарищи, хорошая погода, хороший клев и хорошие трофеи. Ну вот. Ты со мной согласен сам-то? Ты, ну и бы стал спорить, топать ногами. Пузан такой. Хорош. Ты такой тут под Москвой поймаешь, можно там год разговаривать. Какой ты чемпион. Здесь на тебя там сейчас лучше смотреть. Кто? Хомяки нажористые. Как жаль, что только две щеки. Хомяка. Но не теряют бодрость духа хомяки. На свете мы не можем жить иначе. Мы хомяки, и мы хомячим. Ну, как-то так. Ну, значит, да. Так. Значит, я уже подвожу итоги. Нуху наловили. Копчушку наловили, на пожарить на сегодня наловили, то есть накормим всю деревню. Стучит, да, просто хорошо то, что мелкий не засекается, а здесь покрупнее. Нифига себе. Ну, бывает даже вот такое вот. Нифига себе. Удовольствие. Что там тебе очередь стоит? Да я, это не очередь, это нормальная приманка. Да? Очередь тут при чем? Рыбы здесь много. Водолаз у тебя там есть? Это, как говорится, специально обученный. Да. Слушай, ну не совсем уже обалдели. О, как они любят вот эти приманочки. А. У тебя нервы там скуты. Нет. Причем, смотри, он ударяет. То есть она несъедобная. Как он быть, да? Он опять до три. Ты видел, они по две попадаются. Ну что говорить-то? Ну, давай, давай. Молодец. Ура! Заработал. Солнышко выглянуло, пошел клевать окунь. А вот снег? Клевала щука. Клевала щука. Причем прикольно, что из этой лунки же. И щука клюет, и окунь. Золотая лунка-то это. Да? Это такое понятие у рыбаков. Вот она какая. Лунка золотая.
Я бы сказал, приманка золотая. Приманка. Нет, вот на самом деле, вот, выбираешь из всей коробки, что у тебя там есть, которую там годами ловил, а находишь только одну, которую ловит. Да? Каждая рыбалка, это вот поиск. Вот этой золотой приманки. Все? Да. Это как, есть тебе козырь, ты все, выбьешь всю колоду. У начинающих. Это точно. Когда мы были маленькими в деревне, мы так и играли. Раз. Вот он. Тык, взял. А, он снизу подбивает. Раз. Он, то есть он и питаться не хочет, он не заглатывает глубоко. Он ее просто, ему интересно, подбивает ее. Что такое за золотая висюлинка тут мотается? Дай-ка я ее посмотрю одним глазком. И прям кончиком цепляется, не впасть глубоко. Он просто вот играет с ней. То есть он такие сытые, толстые хомяки. И мы хомячим. И они просто трепят наши нервы. И крючки хорошие. А самое главное, недорого. Это прям такая вот антикризисная приманочка, я бы сказал. Чем мне нравится их. Так вот будет растяжение локтя, плеча. Вот на такой рыбалке. Приезжаешь, она говорит, что ты ничего не делаешь дома? Я не могу, я устал. Конечно, устал. Еще бы столько рыбы надубасить. Мне еще дома неделю отдыхать надо, такой рыбалки. Ну, мужики-то, кто рыбаки, они понимают. Это тетки там. Хотя есть женщина-рыболова, фору даст многим рыбакам. Гламурным, который больше время за компьютером проводит, чем на воде. Ну да, диванные эксперты – это серьезная сила. Ты так что думаешь? Отдельный. Ух ты, даже опустить не успел. Он как даст. В полете. Труллями. Ну все же, хорош, наверное, снимать, потому что это уже, блин, некрасиво. Столько рыбы за... А мы сейчас как наловим, положим их большое ведро и вывалим обратно в лунку. Ты сам-то в это веришь? Да, хотел сказать, ты в это веришь, да? А смотри, здесь окунь, он чистый, не конопатый, как вот по Насконе, так болячкам всем. Чистая вода, заполярье. Ну, здесь понятно, о, красавец. Чистые заполярные таких щекастые окуни. Ой. Которые... Ну-ка, осторожно. Ладно, на, полови, я уже устал стоять, пойду посижу на своей лунке. Но. Подожди, вода из лунки. Не спеши. Вот она. Опять на красноголовую. Козырный, видно. И хороший, смотри, с блесками такими. Да, видишь, работает. Честно, все без... В общем, не все. Я ставлю цвет другой. Чисто для сравнения. На один хорошо клюет, на другой не очень. То есть надо подбирать по освещению. У тебя дальше пассатижи у меня есть там. Пассатижами не обзавелись, а вот этакими ратлинами обзавелись. Ты приемы какие-то прям. А? Душещипательные. Ну кидай в сторону. Сколько? Трешечка? Да ладно тебе. Кило. С небольшим кило 200. А причем я вот на серебристо поймал здесь вот. И окунь в хорошем там валяется. И щуку. Постел желтый, полосатый, не очень. Не ахти, как говорится. Ну вот видишь, как работает. И без подсадок, без ничего. Без ничего, вообще все. Вообще. По чесноку. Да. По чесноку. Что, придется подарить тебе тогда. Все. Вот этот, вот эту приманку, которую ты даже не знаешь, как называется. Дома будешь учить тогда. Да и может и хорошо. То разболтаешь всем про хорошую. И рыба кончится у нас в стране. No comments, как говорят у них в Париже. Что, у нас сегодня последний день рыбалки? Завтра с утра ля-улю. Последний день. А нам надо снять, нам надо же еще трофейную щуку поймать. За мечту тогда. Да. Ну не поймаем сейчас, еще вернемся.